А, получается, подзадержались, да? Завтра... А? Ну да. Завтра у нас... Мы с утра же начинаем, да? С 11 до 6, да. С 11 до 6 у нас 3 дня будет и семинар следующий «Ясные эмоции». Я уже говорил, как бы, да, это один из таких семинаров, который, на мой взгляд, несправедливо недооценен, потому что он достаточно такой мощный, сильный, он многие непонятные места очень хорошо дополняет. И там самое важное в нем, что там довольно мало теории, там почти сплошная практика. И там большую часть времени будем просто сидеть и работать с этой там шкалой, прокачивать эти эмоции. Это один из таких семинаров, который, как я уже говорил, он по качеству как-то отличается. Я каждый раз, когда выхожу, понимаю, что вот, рассказал мне на семинаре, там одна девушка была, как ты говоришь, я что-то не понимаю, твои эмоции, это же абстрактная абсолютно вещь, эмоции, вот люди придумали эмоции. Вот. Если вы тоже думаете, что это абстрактная вещь, как бы приходите, вот, почувствуете, что это совершенно конкретная штука на самом деле, и это совершенно конкретно можно пережить. Ну и можно много всяких полезных потом применений найти, начиная от узкоспециальных в проработке, то есть когда ты владеешь там шкалой эмоциональных состояний, гораздо легче работать с этими состояниями, потому что ты их сразу распознаешь. Вот, и заканчивая какими-то такими жизненными применениями, когда, ну, понимая эмоциональное состояние другого человека, понимая себя, ты можешь, в общем, понимать, какую стратегию он, скорее всего, выберет, там, есть ли смысл с ним тут конфликтовать или взаимодействовать, или, может, вообще не взаимодействовать. Лучше понимаешь себя. В общем, развивается то, что называется эмоциональным интеллектом. Способность, как бы, понимать, эмпатировать и предсказывать поведение себя и других людей. А это, в общем, как понимаете, такая очень важная штуковина. Не только там в каких-то вот проработках, да, но в общем в вполне таких жизненных ситуациях. Все, на сегодня тогда все. Ну, всем спасибо. Завтра в 11.